Друзья, всем салют! Вы на канале Армейский Механик. В этой серии мы поедем помочь фуре, которая застряла. Но единственный нюанс, уже темнеет. Надеюсь, мы что-то успеем поснимать. Но в любом случае я вам расскажу, как что будет. Сейчас жду Лешу, загрузил трос. Мощный такой, толстый. И будем выезжать. Очищу Урал от снега тоже. Надеюсь, мы справимся с этой задачей. Единственное, конечно, хочу сказать, что надо помогать людям. Да, уже темно, хочется домой. Знаете, в гараже просидишь день, потом только домой возвращаешься. Дима, помоги. Но неважно, поможем. Ну, попытаемся во всяком случае. Холодный, замерз, бедолага. Сейчас закроем ворота и попрем. Выезжаем. Урал, я думаю, смотрится очень классно. Поехали. У нас здесь в черте города ехать далеко не надо, но тем не менее определенное время это займет, конечно. Вот, но надеюсь, мы справимся с фурой. Не знаю, как там, блин, что будет. Но я думаю, Юрий Сотрос, рывок, мы справимся. Так что едем. Скоростуха 50. Поэтому, возможно, мы едем даже и быстрее. Но это не точно. Уже нужно этот нюанс учитывать. Ну, мне кажется, вот такая скорость вообще классно идет. Но тянет ли? Нормально. Мосты тяжелые, не кол везде. Представляешь, как ему тяжело все это крутить? Друзья, движемся по городу. Обязательно надо посигналить, согласен. Но вообще сигнал такой очень серьезный, он бабахает сильно. С ним нужно поаккуратней. Все, мы приближаемся уже к месту назначения, вроде как. Типа вот на следующую улочку. Сейчас проверим.
Да, вон она. Там у нас топлика хватает. Кого? Топливо. Да. Топливо полный. Да. Он же мне все равно скользит на этой дороге вообще. Смотрим. Ну-ка лампу поднимем. Зачем? Не, не надо, то не пугается, понты лишние нам не нужны. Не, понты, чтобы на снегу классно надо проверять. Сейчас мы посмотрим, что тут и как делать. Где ваши фуры тут застряли на этом гололеде, можно сказать? И тут уже и прицепы. Трудяги застряли. Салют, банда! Надо назад тянуть, да? Едет Урал? А вот так застряли ездоки. Так, Юрий Сакрос, будем брать. Нифига, да? Не. Дернула его практически? Не, вообще практически не. Выскочил. Динамка. Да, выскочил. Выскочил. Смотрим седло, хорошо. Канала тут четкая. Дафику досталось. Пойдем. Так, тут нормально. Фура сидела так передок, провалился чётенько, да? Вообще чётенько. Ну, ну Урал тебе показал, трос, пошел. Все, трос Юриса испытан. Да. Это классно. Нормально. Ну, сейчас он, ну, сейчас не выйдет, а не проблема тут его дернуть. Да, тут уже не страшно, но каток вот. Чтоб... Да, особенно там, где ты буксовал, это вообще, я чуть бы и упал тут, блин. Ладно, ну, все классно. Никакая ямка, бляха. Чтобы нам тут в Урале не провалиться. Ломались. Свет включил? Свет включил? Какой? Ну, да. Обычный свет, стандартный. Просто когда я включил лампу, то ты подумал, что я не включил свет, да? Ой, бля, там еще и машина стала поперек. Ёптать нехай. Да он не выйдет на такой скорости в жизни. Не, они еще поднимаются нормально, смотри. Слушай, я тоже в шоке. Неужели он так может выехать? Ну, резина липучка хорошая. Она... Ни хрена себе, выезжает. Она у нее, там резина новенькая стоит. Я бы здесь на МАЗе не выехал, это точно. Не, ну ты из деревяшки со всеми как бы.
Вот и все нормально. Да, поехали. Ну, друзья, что я хочу сказать? Помогайте дальнобойщикам. Если у вас есть возможность, помогите. Оно, вы знаете, всегда возвращается. То есть, да, когда-то и вам помогут. Но на этой хорошей ноте я с вами прощаюсь. Впереди у нас трасса 10 километров, да? Серьезная примерно, трасса. Да. Возвращаемся на базу. Все. Всем пока. Так, друзья, светят LED-лампы. А теперь светит мега-LED-лампа. Просто как днем. Но надо выше поднимать. Выше надо однозначно. Это капец. Ладно, заезжаем домой.